создал богов. Страх перед слепой силой капитала, которая слепа, ибо не может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу из жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему и приносит внезапно, неожиданно, случайно разорение, гибель, превращение в нищего, паупера сквозь тупику, голодную смерть. Вот тот корень современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь в виду материалист. Если он не хочет оставаться материалистом приготовительного класса. Никакая просветительная книжка не вытравит религии из забитых капиталистической каторги масс, зависящих от слепых разрушительных сил капитализма, пока эти массы сами не научатся объединенно, организованно, планомерно, сознательно бороться против этого корня религии, против господства капитала во всех